Власти Севастополя теперь взимают плату за наем квартир и комнат в общежитиях, находящихся в государственной собственности. Сумма составит от 18 рублей 98 копеек до 20 рублей 25 копеек за 1 квадратный метр. Соответствующее постановление приняли на заседании городского правительства 1 октября. Целью принятия постановления является приведение в соответствие нормативно-правовых актов правительства Севастополя, регулирующих вопросы по начислению и взиманию платы за пользование жилыми помещениями. Как отметил исполняющий обязанности вице-губернатора Павел Иена, за сентябрь платежки получили уже 1687 граждан. При этом количество квитанций по лицевым счетам увеличится после инвентаризации. От оплаты освобождены только граждане из категории малоимущих. Губернатор Михаил Развожаев добавил, что плату за наем государственного жилья могут взимать за предыдущие 3 года. Однако поручил делать это постепенно. Здесь индивидуальную работу провести, то есть не выставлять счета сразу за 3 года через платежки, да, а индивидуально с каждым жильцом, там может быть с графиком реструктуризации и так далее. Кто-то в суд пойдет, возможно. То есть эта работа должна быть ну, так точно проведена. Градоначальник напомнил, что граждане, проживающие в квартирах или общежитиях по договору социального найма, могут приватизировать помещение.